Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Мы создали такую маленькую машину тренинг. Электродвигатель, обыкновенная болванка. За основу берется ролик обыкновенными подшипниками. По твердости стали, здесь довольно-таки твердые. Значит, мы зажимаем его в станок. Заливаем в поддончик масло, которое применяется во всех машинах МГ-10. Ставится динамометрический ключ. И обратите внимание, на каком моменте двигатель остановится. Сейчас идет смазка ролика, как в автомобиле, механизме, в любом механизме. И вот даем мы нагрузку. 2 килограмма. Двигатель уже идет с нагрузкой и полностью останавливается. За этот период пошел износ уже. Обратите внимание, насколько большой износ. Наша компания предлагает решение, как решить эту проблему. С добавлением присадки мы полностью меняем отношение масла. Своим обязанностям. Килограмм, два. И в то же время при добавлении присадки износ практически не виден. Износа нет. Это говорит о том, что масло помещается.